Всем привет! Сегодня готовлю летний салат-торт. Вкус невероятный, нежный, сочный, готовится из доступных ингредиентов. Салат быстро пропитается и порадует вкусом и сочностью. Смотрится на столе эффективно и аппетитно. Смело берите его на заметку. Для начала замаринуем лук. Нарежем лук полукольцами. Кладем 1/2 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса, 2 столовые ложки воды. Перемешаем и оставим на 15 минут. Приготовим соус. В 100 грамм майонеза добавим 150 грамм классического йогурта. Добавим соль, перец. Зелень петрушки мелко порежем и добавим к соусу. Все хорошенько перемешаем и отставим в сторонку. Огурцы порежем тонкими кружочками. Ветчину нарежем кубиком. Помидоры нарежем кружочками. Яйца отварим и нарежем с помощью яйцерезки на кружочки. Начинаем формировать салат. На дно плоской тарелки выкладываем листья салата. Ставим кольцо от разъемной формы. У меня диаметр кольца 20 см. Выкладываем салат слоями. Первым слоем тонкие кольца огурцов смазываем соусом. С лука сольем маринад и укладываем вторым слоем. Третьим слоем укладываем кольца помидора. Смазываем соусом. Зеленый лук мелко порежем и укладываем четвертым слоем. Пятым слоем кладем ветчину. Смазываем соусом. Шестым слоем кладем яйца. Смазываем соусом. Сыр натрем на мелкой терке и посыпем сверху салат. Теперь снимаем кольцо. Украшаем по вкусу. Я украсила листьями петрушками и кусочками помидора. Дать салатику немного времени постоять в холодильнике и подаем к столу. Салатик получается гармоничный, очень сочный, нежный и вкусный. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!